Доброе утро, Лили! Угу-гу! Здравствуйте, малыши! Куда вы направляетесь в этих касках? О, экскурсия на стройку? Ха, как весело! Хорошей поездки! Ой-ой, берегитесь! О, нет! Держитесь крепче, малыши! И здесь нет никого, кто мог бы вернуть мост обратно! Ты можешь продержаться, пока не прибудет помощь, Лили? Хорошо. Без паники, друзья. Супергрузовик разберется с этой проблемой. Карл, на канале чрезвычайная ситуация. Лили и дети застряли на мосту. Ты можешь помочь? Супер, вперед! Что же нам делать, супергрузовик? Хорошая мысль. Нам нужно транспортное средство, которое сможет перемещаться по каналу. Вау, суперлодка! Потрясающе! О, нет, малыш падает! Быстрее, супергрузовик, лови его! Отличный улов! О, нет! Карл, скорее, используй сеть! Фух, это было опасно! Ты в порядке? О-о-о, супергрузовик Лили больше не может держаться на мосту! Быстрее, используй СТ-3000! Ну, скорее же! Да, ты можешь использовать телекинетический луч, чтобы заставить мост закрыться! Упс, держись, Лили! Все в порядке, супергрузовик. Просто попробуй еще раз. Вот это да! У тебя получается! Слава богу! Не волнуйтесь, теперь вы в безопасности, друзья. А вот и мы. Ребята, я так рад, что вы отправились на экскурсию. Супергрузовик спас сегодняшний день. Как всегда. Хорошая идея, супергрузовик. Возможно, строительной бригаде нужно починить мост. Повеселитесь, друзья. До скорых встреч.
Эдна! Эдна, сними наушники! Пожар! Огонь распространяется слишком быстро! Тебе нужна помощь! Карл, в парке пожар! Городу нужны твои способности! Эдна, должно быть, повредила трубу. Супергрузовик, в кого ты трансформируешься, чтобы потушить этот пожар? Пожарная машина? Ну, конечно. Прекрасная работа, но это еще не все. Пламя слева от тебя. А теперь справа. Эдна, супергрузовик приехал на помощь. Супергрузовик, огонь распространился по парку. Ты воспользуешься СТ-3000? Ох, не терпится посмотреть, что он сделает на этот раз. Пожарный бронзбойт? Невероятно! Ух ты, получается! Огонь отступает! О, нет! Карл, тебе нужно потушить пожар до того, как он доберется туда! Фух, получилось! Вот это да! Впечатляющий прыжок, Марли! Верно, я думаю, на сегодня огня достаточно. Ты хочешь, чтобы Марли перепрыгнул через тебя? Ну хорошо, друзья, веселитесь! До встречи! Доброе утро, Кэрри! Что такое? Уолтер не заступил на смену? Что это было?
О, нет, какой беспорядок! Думаю, тебе не помешает помощь. Здравствуй, Карл. Кэрри нужно помочь. Уолтер пропал, и она не знает, где он. Бедняжка Кэрри, ей и правда нужно помочь. Кажется, у супергрузовика есть идея. Вертолет! Как круто! Тебе нравится быть вертолетом? Ух ты, это потрясающе! А теперь давай отыщем Уолтера. Где же он может быть? Не похоже, чтобы он был в автомагазине. В парке Уолтера нет. Куда же он запропастился? Похоже, ты в беде, Уолтер. Ты торопился в кафе к Кэрри и случайно заехал на край моста? О, нет. Нужно спешить, супергрузовик, иначе Уолтер упадет в реку. Похоже, ты что-то придумал, супергрузовик. Ну, конечно, СТ-3000. А теперь давай поглядим, как это поможет нам спасти его. Это ухват, чтобы поднять Уолтера. Не волнуйся, Уолтер, супергрузовик скоро тебя вытащит. Почти получилось. Да! Ух, это было непросто. Молодчина, супергрузовик. Спасибо тебе большое, супергрузовик. А теперь давайте сообщим Кэрри, что Уолтер в порядке. Увидимся у нее в кафе, супергрузовик. Кэрри очень рада видеть, что с тобой все в порядке, Уолтер. У Уолтера есть для тебя кое-что, супергрузовик. Ого! Осторожней, Уолтер! До новых встреч, друзья! Привет, ребята! У вас пенальти? Вау, отличный удар!
О, похоже, что-то не так в автомобильном городе. Карл, тебе лучше проверить. Видимо, у Массимо украли шины. Матильда помогает Массимо их найти. Я не думаю, что ребята сами справятся. Отлично, супер грузовик. Я уверен, ты сможешь помочь им найти шины. Все хорошо, Массимо. Супергрузовик здесь, чтобы помочь вам. Карл, ты будешь трансформироваться. Верно, летающий автомобиль. Супер идея. Как здорово, вертолет. Точно. Ты многое увидишь сверху, Карл. Ну что, заметил где-нибудь пропавшие шины? Ты увидел что-то? Интересно, откуда она катится? Похоже, эта шина катится со стороны строительной площадки. Давай-ка проверим, что там. Джерри, это ты украл шины, чтобы поиграть в шинный гольф? И ты заставил Уолтера отнести их к тебе. Супер, грузовик, он уходит. Тебе нужно догнать его. О, нет, Джерри прячется в туннеле. Карл, как ты собираешься вытащить его? СТ-3000? Телекинетический луч. Вау, ты притягиваешь Джерри силой телекинетического луча. Попался! Отличный удар, Массимо. Смотри-ка, вот твои шины. Джерри, ношение этих шин – твое наказание за кражу. Да, Матильда, преступление не окупается. Никогда. Ну что ж, ребята, наслаждайтесь игрой. Похоже, что в автомобильном городе вовсю идут дорожные работы. Эдна и Билли трудятся вместе и получают наслаждение от этого. Здравствуй, Дэйн.
Тебе нравится наблюдать, как работают твои друзья? Дэйн, осторожно! Ты же не хочешь наехать на этот свежий бетон? О, нет! Это может превратиться в большую катастрофу! Боюсь, уже слишком поздно! Бетон застыл! Что же мы будем делать? Как думаешь, Эдна? Позовем супергрузовика? Отличная идея! Давай так и сделаем! Здравствуй, Карл! Как дела? Не переживай из-за этих ям. Строительная бригада уже работает на дорогах автомобильного города. К сожалению, недалеко от места работ случился инцидент, и нам нужна твоя помощь. Ты не мог бы подъехать? Замечательно. Спасибо тебе, Карл. Эдна и Билли заливали бетон, и Дэйн решил переехать через дорогу. К несчастью, он заехал в свежий бетон и застрял. Кажется, нам нужно что-то действительно мощное, чтобы освободить Дэйна. То, что нужно, супергрузовик. Гигантский отбойный молоток точно справится с этим заданием. Этот отбойный молоток намного мощнее, чем я думал. И это не самая хорошая новость. О, нет! Суперотбойный молоток вызвал землетрясение. Супергрузовик, остановись! О, нет! Теперь еще и пожар! Ребята, нам всем нужно успокоиться. Не приближайтесь к огню. Супергрузовик, тебе нужно что-то сделать, и поскорее. Не переживай, Дэйн. Супергрузовик знает, что нужно делать, чтобы спасти тебя. Превосходно, друзья! Отличная командная работа! Да, огонь под контролем! И ты свободен, Дэйн! Было страшно, правда же, Дэйн? Супергрузовик, спасибо тебе за то, что спас нас от такого стихийного бедствия. Ты настоящий супергерой. И вы двое тоже продемонстрировали большое мужество. Молодцы! Что такое, друзья? Ясно. О, остатки бетона застыли, а вы не закончили работу? У тебя есть идея, супергрузовик? Невероятно! Бетон снова жидкий, и вы можете трудиться дальше. Спасибо тебе, супергрузовик. До новых встреч. Вот это да! Как быстро едет Джерри! Какая необычная гонка!
только посмотрите на этих болельщиков! Джерри, очень некрасиво называть Бобби недотёпой. Берегись, Джерри! О, нет! Ой-ой, Джерри! Похоже, нам нужна помощь! Срочный вызов, Карл! Супергрузовик, вперед! Джерри и Бобби немного дальше, супергрузовик. Посмотри туда, в воде. Вода загрязняется от мусора. Что ты будешь делать, супергрузовик? Мусоровоз? Превосходная идея! Супергрузовик теперь позаботится обо всем Джерри. Замечательная идея, супергрузовик! Сработало! Видишь, Бобби, можно расслабиться. Супергрузовик уже здесь. В следующий раз будь внимателен, Джерри. Ты хочешь помочь, Джерри? Очень мило с твоей стороны, но, может быть, ты дашь супергрузовику сделать свое дело? Джерри! Супергрузовик, скорее! Держись, Джерри! Джерри, хватайся! Давай же, супергрузовик, воспользуйся СТ-3000! Что это? Еще одно дело успешно закрыто, супергрузовик. Все спасены. Посмотри-ка, Джерри, теперь ты катаешься на водных лыжах. Пока, ребята. До новых встреч.